Всем привет, дорогие друзья, и хорошо вам настроение. С вами Рэй, и я приветствую вас всех в игре Snap от Marvel. Это игра для тех, кто любит игры про супергероев. Проще так скажем. Ну что, друзья мои, у нас было обновление, у нас новый сезон. И давай начнем. Давай посмотрим, что нам представляет. Я, кстати, перешел на 31 ранг, друзья мои. Получил вшивенькие награды, но это не суть. Суть в другом. Во-первых, мы с тобой заберем новую карту. У нас... подожди, нет, не здесь. Вот. Черная пантера. Я думаю, что стоит ее получать. Получить по одной карте, да. Я получу эту пантеру и... я хочу забрать, да. Я не помню суть при раскрытии... ау, вот. Вот, друзья мои. При раскрытии удваивает свою силу. Я думаю, что это шикарно. И я думаю, что это нам поможет в дальнейшем... колоду я пока не знаю, ребят, будем ли мы как-то подстраивать или нет. Я знаю только одно, что игра зависла. Игра зависла, но вроде прогружается, потому что только что обновление пошло. Видимо, друзья мои, что-то там дорабатывается, прогружается, так скажем. Ты слышишь этот звук? Это что-то новенькое. Так, награда за вход. Полуночное солнце. Получить все. Доктор Стрэндж. Но... ну, согласись, ну это... не то, что хотел бы, наверное... Куда меня скинули-то? В полигон. Меня скинули в полигон, друзья мои. Кэти Прайд. Почему Кэти Прайд, друзья мои? Потому что я на нее взял очень много наград. По-моему, около 40 или 50 этих, как сказать, как они называются? Скажи, я скажу. Не бусты, а... ну, вот эти вот шарики ДНК. Вот, и теперь вот, видишь, Кэти Прайд у меня прокачивается. Я не знаю, зачем я ее прокачиваю, друзья мои. Я не знаю, зачем я ее прокачиваю, но пускай оно так и будет. Шут с ней. А что она вообще делает? Когда эта карта возвращается в вашу руку, она получает один к силе и возвращается в начале каждого хода. Ну, как бы, в начале каждого хода. Так, друзья мои, ну что, у нас, как ты понимаешь... все, с самого начала. Новый сезон. Bloodstone. Ух. Смотри-ка, там у нас... да иди ты. Там у нас призрачный гонщик. Плюс... это же Blade, если не ошибаюсь. Видите, друзья мои, игра догружается потихонечку. Потому что обновление было вот... вот я тебе говорю, вот, вот только зашел в игру, и обновление сразу же. Ладно, мы с тобой сыграем на моей старой колоде. Колода номер 16. Все уже ее знают, наверное, наизусть. И мы сейчас с тобой, надеюсь, провернем какой-нибудь фокус. И надеюсь, может быть, до десяточки мы доберемся сегодня. Это я, конечно, замахнулся очень круто, ребята. На десяточку. Я имею в виду 10 ранг. Это я, конечно, замахнулся, но хочется, понимаешь? Ядрен матрен. Я, наверное, все-таки, ребятушки, Личата поменяю. Он плюс один к силе получает. Их, борзоты. У меня нет, ребята, у меня 8, 5, 4, у меня тройки даже не намечается здесь, ты понимаешь? Так, разыгранные здесь карты будут раскрываться. А, будут не раскрываться до конца. Вот. И если вы разыгрываете здесь карту, добавляет вам в руку карту Страж. У меня сразу вопрос возникает. Зачем мне здесь нужен Страж?
Он себе, кстати, всю руку сейчас забьет этими стражами. Наверное. Не, ну пускай забивает. Мне как бы... Вот этого хламона надо будет вольнуть. 4-6. Такой... Блин, ребята, ЕПРСТ. А я проиграл здесь. Почему? Да потому что мне руку дали, фуфло полное. Понимаешь? Да я ничего не могу здесь сделать. Ну, вот так вот начинается у меня, ребят, сезон. Смех. Смех, друзья, смех. Ну ладно. Как бы... Ну, бывает, бывает, бывает такое. Это тут не моя вина. Тут вина в том, что вот, смотри, карты какие. Зашибись, меня еще и понизили. Ну давай. Довольно прикольный звук. Такой мистический какой-то. Такой звук, как будто вот вуду. Знаешь, вот, вот танцы вуду. Я не знаю, откуда я их знаю, эти танцы вуду, но... Такое вот общее ощущение специфическое, что... Ну такое вот, знаешь. Ужасное что-то такое прикольное. Кого мне дадут? Тут Блейд есть. Ну давай сделаем так. Выкинем Лича, фиг с ним. Хорошо. Очень, очень, ребят, интересно. Прям завораживающе интересно. И я у себя в колоде не замечаю ни Халу, ни призрачного гонщика. Ну почему ты... Почему ты именно этого выкидываешь, а? Давай так сделаем. Он же хочет вернуть свои карты, да? И я хочу вернуть. Он же каких вернет? Все это не ваши карты? Угу. Так, все, возвращаем. Все. Поехали. А если призрачного? Ну ладно, фиг с ним. Давай так сделаем. Геликарьер, спасибо тебе огромное. Да, Аполит Снэп. Так, друзья мои, это последний ход у нас, да? А он прокачивает, да? Не тут карту уничтожил. Паразит ты такой. Но тут в любом случае победа. Начали плохо, зато рванули неплохо, я тебе скажу.
Очень даже неплохо. Такой звук. Разработчики, конечно, молодцы в этом плане. Ну, ты понял, о чем я говорю. Нет, на самом деле очень круто. И Доктор Стрэндж, ну вот этот Доктор Стрэндж и вот этот, я бы, извини меня, взял бы вот этот, ну, в любом случае такую бы локу. Не локу, а аватарку. Так, сколько ты дашь мне? 2, не годится. А больше-то, наверное, не даст она мне. Вижен, ты сколько? Ладно, сотка, я понял. Сотка, все, Вижен, давай, все, хорошо. Выше сотки мы не можем с тобой ничего сделать, ну-ка. 100 жетонов коллекционера, к сожалению, ребят, ну это... Ну, что значит... Нет, это хорошо. 100 жетонов коллекционера, это, ребят, хорошо. Но когда тебе предлагают карты за 6000 очков коллекционера, а ты получаешь всего лишь 100. Вот теперь подумай, почему я так говорю. 6000 и 100 очков. Ну что, да я тут пропускаю сразу ход. Сразу, я не задумываюсь, ребят, потому что... И здесь тоже я пропускаю. Вот. Карнейдж. Так. Что он хочет сделать? Я же ему сейчас запечатаю все карты. Он на каком ходу-то? На 6-м? Мастер, подожди. Да подожди ты, твою, говоришь тебе. Ты, главное, не руби с плеча, парень. Хорошо. Поехали, так сделаем. Ну, давай так сделаем, посмотрим. Ай, жук ты навозный. Друзья мои, этот жук навозный сдался. Сволота. Подмышечная вонь. Я не знаю, как его назвать еще, а? Волосатая лохмонка. И как его... Вшивый гомункул, как еще можно его назвать? Я не знаю, ребята, вот так вот он меня вот взбудоражил прям. Не дал сволота мне добить его. Паршивец несчастный. Да хорош музыки буду. О,
Ой, у меня там сколько еще? Два флакончика, ребят, звенит. Два флакончика. Что там? Что? Вот что внизу за прогон идет? Тоже прикольная музыка. Ту-ту-ту. Ладно. Давай, знаешь, что попробуем? Давай сделаем по классике. Сделаем по классике нашу девятую колоду. И потом попробуем шестнадцатую, но на... Как это сказать? На перемещениях. Ну, я думаю, ты понимаешь, о чем я говорю, да? На перемещениях. Это что такое-то? Ой, у меня шея хрустнула. Это что за колода? Ау. Если у вас здесь одна карта. Давай, пацан. Удачи. Зира. При раскрытии убирается способность со следующей разыгранной вами карты. С этой, что ли? Ты насмешил меня, парень. Давай попробуем так сделать. Опа. Слушай, я же ему карту подарил, да, ребят? Goodbye. Goodbye, my friend. Victory. Купился как лошок. Купился, ребята, как лохмон. Просто, как, знаешь, как кусок. Как кусок. Просто, ребят, купился как кусок. Повелся на тигрицу. Но это было шикарно. Это было шикарно, друзья мои. Такого шика. Блин, музыка прикольная. Тун-тун-тун-тун. Еще вот эти вот барабанчики. Тун-тун-тун. Бля, прикольно. Молодцы, разрабы молодцы. Разрабы меня вот радуют, ребята. Marvel Snap. Меня разрабы устраивают в Strike Force. Вообще, молодцы. Они не отступают именно от общей... Как тебе сказать-то... концепции вот персонажей. То есть они не могут сделать, что в этой игре он такой, в другой игре он немножко другой. Нет, всегда против... Ой. Я пропущу, наверное, ход, друзья. Я не хочу тратить мастера меча.
Хотя, может быть, и стоило бы, конечно. Так, ночной змей. Но мы с тобой не лопушки. Мы сейчас посмотрим, что там будет вообще. По черту хода уничтожается здесь секарно. Ага. Давай так сделаем. Я лучше уничтожу Дед. Ну, смерть в плане. Колос. Заполняет всю локацию. Ой, друзья мои, какая сладкая перспектива меня ожидает здесь. Угу. Мне главное, чтобы он не ру... Лучше ты руби геликарьер. Пожалуйста, плиз, я тебя умоляю. Руби геликарьер. Или руби вот инфинута. Ну, но... мне плевать, что ты там делаешь. Есть. Ух, ёк-макарёк. Оу. Угу. Да. Поларис. Господи. Погнали. Какой ты молодец. До свидания, дядя. Victory. А он что думал, что мы тут в бирюльки пришли играть, чтобы снимать? Ребят. Он не прихренел, не? Он думает, что мы пришли здесь просто вот так вот, блин, сопляжуя погонять. Нет. Нет, ребята. Никаких сопляжуев. Поехали. Ребята, игра, точнее, колода на перемещениях. Очень тяжело за нее играть. Нужно знать тематику, тактику. Я ее до сих пор не знаю. По секрету тебе скажу. Я так. На дурочка. Это что такое? Это что такое, ребят? Если вы загрузите здесь карту, добавляет ее копию на другую локацию. Это что творится? Обмениваемся, да, значит?
Патриот. Я думаю, тут выбор очевиден, да? А у него сколько карт, интересно? Ух! Мы живем, друзья мои. Наверное, да? Так, здесь наша локация, здесь 6, 4, 10, 2. Да. Чего ты? Поехали. До свидания, мой друг. До свидания. 8 очков, спасибо тебе огромное. Спасибо тебе за такой блестящий, шикарный донат. Ой, блин. Подгон. Подгон, конечно же, ребят. Какой подгон? Ну, он просто мне подарил очки, ребят. Я за это ему очень признателен. Давай еще разок. Давай еще разок. Ох, хорошо идет. А на утро как будет плохо, ребята. Ой, если бы вы знали. Кстати, надо посмотреть, молоко там до какого дня. Я обычно, знаешь, когда встаю с утречка, мне плохо. Я молока просто беру, литровый вот пакет молока просто высасываю. Че вообще это за колода? Я не могу никак понять. Откуда у меня здесь Спайдермен? Джессика Джонс, нахрена мне здесь вообще нужна? Я что-то не могу никак вот понять. Серьезно? Че там здесь подсоют скалу? Нет, не надо. Хочу я, ребят. Ну он уже понял, да? Он уже понял, что... Он что у нас делает? Куда он сбивает? Следующий раз, когда карта будет перемещаться, локация влево, 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 вот сюда. По-моему, фейл, да? Влево. И все?
пучеглазадый ты, вшивый. Супостат. Я его вздрючил, друзья мои, как сосунка, понимаешь? Как сосуночка. На той же самой колоде практически. Ну, не считая Крейвен, конечно, да, там. Там свои небольшие траблы. Я аж так дернул, что у меня аж плечо, ребят, хрустнуло. Я слишком старый. Слишком старый, чтобы махать так руками. Слушай, у нас с тобой 455 баллов. И я сейчас их, знаешь, куда приспособлю. Оу, 555 баллов. Им найдется место, поверь мне. В нашей нише. Угу. Давай смотреть. Давай смотреть, и мы с тобой находим. Что мы находим? Не хочу. Не буду. Проеду. О, нет. О! Этот парень давно жаждал какого-то улучшения. Пускай он не так хорош, конечно, и не так часто. Оу, щит. Что за карта у нас? Камни бесконечности. Так, X23. Эта карта сброшена или уничтожена. Она восстановится на случайной локации и получит плюс один к энергии. А это кто? Эхо. Каждый раз, когда противник разыгрывает здесь карту с постоянной способностью, все способности этой карты удваиваются. Когда противник разыгрывает эту карту? Или когда я разыгрываю? Сладкая ты моя. Синее чудо. А, Блю Марвел это синее чудо. Ёб твою мать. Синее чудо ты. Твою налево, да. Марвел это, ребята, синее чудо, ты понимаешь? Синее, блядь, чудо. Ну хорошо, не голубое, ребят. Просто синее. Ну, давай, хранилище. Что? Что? Один. Это просто, друзья мои, рубашка. А если кто не знает, что это было сейчас за... Эй, подожди. Мы сыграли. Кстати, довольно неплохо мы играем на той колоде на перемещениях. Очень, друзья мои, неплохо. Даже, может быть, по коэффициенту 1 к 2 по сравнению с этой колодой, которую мы с тобой... Ох, ядрен матрен, Блейд у меня в первых... Ох! Шикарно. Мы просто геликари рубим с плеча, друзья мои. И знаете, что это будет? Это будет плюс 3 карточек нам в... Да-да-да. Блаженство. Просто блаженство. Ох, шикарно. Прикинь, нам высший эволюционер. Нам достается с тобой высший эволюционер. И к нему идет... как его звать-то? Мерзость. Так, ну этот парень... Слушай, этот парень что-то тут задумал, ребята. У него тоже карта колода на сбросах идет. Ты понимаешь? Коллектор вылетел. А, ваша сила передается другим. Ну давай. Нет. Сейчас попробую, ребят, небольшую заварушку сделать. Ёпрусы ты, он же засосёт. О!
Он же засосет эту карту, ребят. Давай проверим. Он рубит. Вонг. Это пропащая беда. Беда, друзья мои. Беда нашей цивилизации. Поехали. Скрестим пальчики. Я скрестил, друзья мои. Я скрестил эти чертовы пальчики, блин. Если у него сейчас будет Хелла, это будет крах. Yes, 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 ребята. Мы сила. Мы сила, ты понимаешь? Мы, то есть ты, я и миллион нас смотрящих, мы сила. Вы, я больше уверен, мы победили из-за того, что вы тоже скрестили пальчики, ребят. Я по-другому не могу это объяснить. Ну, у меня нет никаких больше доводов. Но согласись, это же было классно. Просто классно. Просто еще и Хелла нам помогла. Конечно, ребят, наша любимая Хелла нас выручила. Именно в этой колоде она наша любимая персонажка, потому что это основная. У нас есть в этой колоде два основных персонажа. Это Хелла и призрачный гонщик. Вот сейчас, в данный момент, в данный момент это Басаратушки называется. Потому что здесь у нас и призрачный гонщик, и Хелла, и ни одной карты на сброс. А вот это печаль. Это печаль, друзья мои. Я же не буду Хеллу сбрасывать, друзья мои. Ну согласитесь, это глупо было бы. Ну, уничтожил он этого хламона, да и фиг с ним. Погнали. Поехали. А если, например, сделаю... вот так. А если я сделаю... а если он рубанет Хеллу? Будем надеяться, что он не рубанет. Отлично. Погнали. Налево, ты че делаешь? Ребята, в 2 балла. А знаешь почему? Потому что я оборзел. Просто в корень. Я оборзел. Я просто в наглость. У меня такая была, блин, знаешь, что я царь горы. Я был уверен в своей победе. Да, я был уверен в своей победе, друзья мои. Но что-то пошло не так. Сволочи. Так, ладно. Я, наверное, ребятушки, сейчас пойду немножечко... и продолжим. Так, давай-ка продолжим. Так, я немножко утеплился, потому что...
Немножко на улице прохладно, а я на балконе был. Так что... А, замерз. У нас снег, ребят, снег. Снег, мороз и минус 3. Ну, это для неведомых друзей, так скажем. Вот. У нас холода. У нас снежок на улице лежит. Но это и хорошо, и плохо. И хорошо, и плохо, но... Как тебе сказать? Хорошо то, что я подготовился к зиме конкретно. А плохо то, что я не очень люблю зиму, на самом деле. Так, и мне не нравится вот то, что он выставил Энджела. Ну, Ангела, скажем так. К чему? Я жалею о том, что у меня здесь нету Киллмонджера. Карту Страж. Все карты... Ага. Плюс 2 к силе после 5-го хода. Ну, давай сделаем так. Если она сейчас рубанет мне Геликарьер, это будет хорошо, с одной стороны. А с другой стороны, не очень. Но меня устраивает такой расклад. Ох! Ох! Как он ему сейчас поднасолил, друзья мои. Хотя, кто его знает, поднасолил ли. Если... Чё он делает? Убирает способности разыгрываемой вами карты. Давай так попробуем. Твою налево, он убирает это все. Я не знаю, что здесь делать. Зира этот вылез, блин. Поехали. Ну, 16-й ранг нас приветствует, друзья мои, с распростертыми объятиями. Спасибо. 200 кредитов. Я о них мечтал. Ну, в шутку, конечно, но все равно, ребят, приятно 200 кредитов получить вот на прокачку, например, кого? Блейда там я не хочу прокачивать. Фантастик. Иди ты в опу, фантастик. Стрэндж, тоже иди в опу. А, конечно, да, ага, мечтай. Да иди ты в... Кази в трещину. Ну, ты, красавец, не хочешь. Один.
Совсем другое дело, друзья мои, совсем другое дело. Хотя бы 4 балла, это уже... 50 кредитов. Кстати, когда у нас там будет... Ой. Главный тайник. Надо создавать, ребят, канал для взрослых. А знаете почему? Потому что у меня много интересных вопросов для людей взрослых. Вообще хочется так поговорить. Хотел сказать. Слушай, ну если он кого можно раскинул. Ой, блин, я же... Если Хэлла мне не выпадет. 6-6. Друзья. Слушай, а зачем ему Килмонджер был нужен там? Давай так сделаем. Логично. Забракуем ему карты дальнейшие. Это я понтанулся сейчас в данный момент. И понт не прошел. Понт не прошел, друзья мои. Так, возьмите карты. Давай. Продолжаем, ребят. Я, пожалуй, не осилю вот за стрим. Ой, блин, стрим. За сегодняшний видос все, что у меня здесь закуплено. Я не осилю, ребят. Просто не осилю. Если бы я хотя бы закусывал бы. Я ничего не... Он уже понял, он раскусил. Корней же выкинул, да ради бога. Давай, только не призрачного гонщика, пожалуйста. Только не призрачного гонщика. Шан-Чи у меня есть. Только не призрачного гонщика. Шан-Чи, ну почему ты Шан-Чи-то уничтожил? Хотя, с другой стороны, я же могу сейчас сделать прикол, ребят. Смотрите, как он выглядеть будет. Смотрите внимательно.
Смотри. Шан-Чи возвращается. Лок-Джоу! Ребята, Лок-Джоу он вернул, он не Шан-Чи вернул. Крах. Я совсем забыл, что Лок-Джоу у нас был слит в унитаз. Пускай он там сидит со своими этими охламонами, да? Вот это был поединок, друзья мои. Душевный. Душевный, как моя сказочка. Вы помните? Я думаю, что, наверное, многие из вас сейчас учатся в школе или еще где-нибудь. Вы помните такое преподавание, как рассказы по ролям? Помните? И я всегда обожал, ребята, когда мы любое повествование говорили по ролям. Я всегда выбирал злые такие вот негативных всегда героев, потому что мне нравилось. Мне нравилось, на самом деле, тебе говорю. Как вот как вообще все это дело происходило. Вот мне не нравится то, что у меня здесь колода. А по ролям, да. Это когда я сейчас для непонятливых. Это когда, например, есть какое-то повествование, да. И, например, речь от как это сказать, речь от кто повествует вот это, да, это одно. А когда когда какой-то другой там, да, персонаж или еще кто-нибудь в этом роде рассказывает, тогда все немножко по-другому все идет. То есть если идет диалог между там мужчиной и женщиной, да, и это то ты как бы, то ты как бы я проиграл, да, здесь я проиграл, друзья мои. Вот, и ты как бы говоришь, например, там за роль мужчины, ну если ты, естественно, говоришь за мужчину. Или роль женщины, если кто-то там, например, там на соседней парте, твоя подруга там и знакомая или одноклассница, она общается за эту подругу. Вообще, это очень прикольно в том плане, что ты не можешь оторваться от текста. Потому что ты должен понимать, где сейчас будет твоя роль, и ты, соответственно, как сказать, ну, ты следишь за текстом. В нынешнее время вообще вот люди, школьники, они невнимательны к этому плану. Они, они, как тебе объяснить, они не то что игнорируют там или еще что-нибудь, они просто просто не хотят, чтобы
Ну как тебе объяснить, блин, что они не хотят? Они хотят, но они... Не то, что не могут даже, они... Ну, как это объяснить тебе? Стесняются, не стесняются, но... Наверное, стесняется, может быть, скорее всего, по большому счету, друзья мои, может быть. Вот, но... Чего? Так вот. Но они не хотят, ну как сказать, вот сейчас меня заставь, ну сейчас-то ладно, раньше заставь меня прочитать книгу какую-нибудь. Так, интересно, он подобьет его, нет? Он его не подбил, друзья мои. Но мы-то знаем, как это сделать красиво. Я надеюсь, это все будет сейчас классно. Это будет классно. И смерть ему не поможет. Вот. Я уже сбился по ролям. Сейчас не заставишь человека прочитать определенный рассказ или повесть какую-то вот от начала до конца, да? Наш учитель говорил как: ребят, сегодня будем мы по ролям рассказывать. То есть там Маргарита будешь... озвучивать такую-то персонажку, там Алексей будет такую-то персонажку. Лица повести, от лица рассказчика будет, например, Егор. Вот. Егор начинает рассказывать, как только доходит до наших ролей, мы подключаемся. И суть в том, что мы смотрим, ну, за текстом, смотрим, где наша роль будет, понимаешь, чтобы не пропустить, потому что не попасть в неловкую ситуацию перед всем классом, ну, для нас это было как немножко стрёмно, если честно. Вот, не знаю, как сейчас, и ты читал, ты волей-неволей, ты читал все, что рассказывалось, то, что говорилось. То есть это круто. Я не знаю, почему ты сейчас вспомнил. Наверное, потому что вот в играх, во многих играх, когда у нас идет разные персонажи, да, разговаривают разными голосами, я не могу, как вот я некоторых смотрел персонажей, они одним голосом озвучивают всех персонажей. То есть вот он как говорит, вот я как сейчас говорю, да, например, так и говорю за всех персонажей. Я почему-то не могу. Если, например, женский род. Я не могу женским голосом, конечно, говорить, но я могу такая: привет, родная моя, здравствуй. Вот такой вот писклявый голос сделать. Или там, например, какой-нибудь там. Там здоровичок амбал. Здорово, ребята, там. Давайте раскумаримся. Ну, что-то такое, да? Или там среднику там. Средний — это обычный мой голос. Средний персонаж — всегда мой стандартный голос. А уже уменьшить. И кстати. В самых практически началах у меня даже жена моя бывшая озвучивала даже некоторых женских персонажей вместе со мной. Это было, конечно, очень круто, но серии с этим озвучиванием на моем веку, по-моему, 2 или 3 из 7 или 8 тысяч, которые у меня сейчас есть, в данный момент 6 тысяч там или 7. Всего лишь один или два видоса, где у меня жена озвучила. И причем, по-моему, там еще и озвучил даже ребенок мой. Вот. Мой. Так сказал, как будто у меня были какие-то чужие. Нет, ребята, у меня были только мои дети. Трое ребеночков, трое детей моих. Я сейчас холостой. Это я не к мужикам, это я к девушкам. Вообще, мне хотелось бы узнать, у нас сколько на канале смотрят девушек? Вот, я знаю, что игру эту не особо любят, в плане того, что она не всем нравится. Не всем нравятся комиксы, все. Но мне эта игра зашла, ребят. Я в нее и буду играть. И она у меня никуда с канала моего не денется. Вот, но мне бы хотелось бы узнать, сколько на моем канале
девушкой, именно женского персонажа, девочек, женщин, девушек. Потому что если их, например, будет больше, там, ну хотя бы 50%, мне кажется, мне немножко можно поменять даже тематику. Хотя это не очень хорошо для моего канала. Я как бы, ну, как бы тебе сказать, может быть, даже не готов. Но, тем не менее, немножечко подрегулировать. Ё-моё, геликарий рубанул. Можно как-то немножко подкорректировать, чтобы это нравилось и пацанам, и девчонкам. Может быть, да... Воу! Это что такое? При раскрытии подсовывают две карты в скалу, в колу... Давай подтасуем ему. И рубанем, да, еще, наверное, сверху. Будет круто. Вот, и как бы можно было бы немножечко подкорректировать и под женский пол, и под мужской. Локи, блин, фигово. Это вообще фигово, что ты сейчас сделал, блин. Это фейл. Друзья мои, это, блин, полный фейл. Знаешь почему? У него рука пуста. Как ты думаешь, вот если я сейчас поставлю сюда, я выиграю или нет? А если он сюда ее поставит? Я же знаю, кого он хочет поставить. Хеллу. Щеглазадый. Ты обосрался, парень. Он еще степнулся в конце на четверочку. Красава. Спасибо тебе за 15 ранг. Молодец. Просто белиссимо, ребята. Я получаю бустеры. А у меня всего лишь третий ранг. Вы серьезно? Собакин ты хлыщ. У меня всего лишь третий ранг, ребят. Третий. Вот ты понимаешь? 3 и 0, 30 и 3. Это что-то с чем-то. Это вам, ребят, не козявки в носу ковырять, блин. Это жиза. Ну дай мне. Ё-моё, ребята. 6 утра. 6 утра. Рэй сидит тут. Лясы точит, блин. 6 утра. Твою дивизию, 6 утра. У меня, ребята, полностью график сбился. Полностью, друзья мои. Полностью. Джиггернаут. Ну вот там и сидит Джиггернаут. О, Атума. Нифига мне как фартануло, ребят. Вот это фартануло называется. Уничтожим Атуму. Вот это я опухнулся, он сейчас понизится, ребят. Нет, не понизится. Нет больше Атумы. Атумы здесь больше нет. Давай, хлыщ. Крутой такой. Ха-ха-ха.
Чопперсеты. Все, фейл, друзья мои. Он в мне скинул Блейда. Оу, щет! Мы выиграли, прикинь? Victory. Я уже все, ребят, я думал, что... Что фейл? Но нет. Не было фейла. Так, выглядит, ага, разгрызимся. В общем, нам еще играть и играть. В общем, нам еще... Подожди. Мы знаете, что с тобой хотели сделать? А мы же играли вроде бы, да? На нашей девятой колодочке. На нашей родной. Которая меня подводит в последнее время. А как вообще можно рассчитывать на колоду на патриоте, ребята? Если, например, патриот вдруг, но вдруг он тебе не выпал. Ну как ты можешь рассчитывать на патриота, а? Ну вот как? Вот объясни мне просто, как? Плюс один к силе, да? Погнали. Он поставит Blue Marvel. Ну давай. А Power Snap. Ребята, у меня один вопрос. Почему здесь ноль? Понял. Blue Marvel и Патриот. Они заработали, ребят. Blue Marvel и Патриот. Ну я тебе, засрань, сейчас устрою. Ну не тебе, конечно. Я вообще имею в виду устрою. Тварь ты вшивая. Сейчас ты мне по барабанам сейчас получишь, блин. Да играешься там, вшивый гномик. Бубнила, а. Ты посмотри, а. Ты посмотри на него, а. Че он творит? Плешивая задница.
7 часов утра, а я сижу тут, наяриваю, блин. Наяриваю, ребята. Ну, наяриваю я в плане того, что... Нахрен мне вот эта карта, если я ей не пользуюсь даже. Твою налево. Песочный человечек, блин. Иди ты в опу, песочный, блин, человечек. Дали мне 4-5-4-4-5-4-4. Это куда-нибудь годится вообще, а? Нет. Вообще, наушники, я думаю, что уже зарядились. По-моему, пора планшетик зарядить. Да я не могу ни хрена поставить вообще, блин. Да блокируй ты свою сеть. У нее постоянный эффект при раскрытии. У этого постоянный при раскрытии. Поехали. Пускай он там затопляет. Я не знаю, что он там хочет делать. И что дальше? Отправить ему обратно, что ли, этого хмыря? Корк сколько стоит? Один? Да иди... Корк. Так... Я его вообще не могу вернуть. Кто там у него? Наша победа. Стопроцентная, ребят. Стопроцентная наша победа. Скажи, даже не пиликает мне тут на скрипке. Погнали. На нашу старую добрую 16 колоду. Что там? Вот, ребят, когда мне хочется молока попить, это говорит уже об одном. Все, это уже пошла тенденция. Тенденция это в плане того, что я уже... Ну, у меня есть такая норма, да? Вот я вот чпок. Пью. Оп! Молока. Мне захотелось молока. Все, ребят. Захотелось молока. Санспоту крышка. Друзья мои, этим ребятам всем крышка.
It's my home. Смотрим. Выбор невелик. Есть. Ой, подожди. Да, выиграли. Друзья, я думаю, что сегодня неплохо. 16 ранг взят. Задания, конечно, мы не все выполнили, но тем не менее, все равно мы сыграли хорошо. Я надеюсь, вы не обессудите меня за некую... Может быть, ересь, может быть, что-то вам непонятно. Потому что я все прекрасно понимаю, что... Ну, детям, подросткам много ничего, много не понять то, что я хочу донести. Вот. И очень приятно, что если кто-то все-таки понимает и усваивает. Я считаю, что... Тогда все это было не зря. Да, ребят. Ну что же, а на сегодня все. Всем удачи и до новых скорых видосиков. Удачи вам.